Ну вот сразу три голевых момента, да? А это уже гол. Четвертый оказался результативным. Роман Широков. Ну, скажу про датчан. Старая. Повтор очень интересный. Пяткой, как Широков. Получился пас голевой от Широкова. Низом. Кстати, Халквит сделал голевой пас в первом тайме. То есть обменялись любезностями. Широков и Халк. Смотрите, как Халк сейчас забрасывает мяч верхом. Точно. И как будто он чувствовал. Да, он чувствовал, что Дани, это называется периферическое зрение. Чувствует, что там за спиной происходит. Где партнеры. Ну, а Дани продолжает. Это уже как в хоккее, да, синхронная атака. Один шайба и два подстраивается. Разрезал оборону. Вот смотрите, нет, Вицель. Вицель дал пас. Раз... И Аршайн первого мяча, и теперь уже пробивал в ближний. Помните, он вышел один на один в дальний в первом тайме и пробил в дальний, не попал. А здесь в ближний пробил. 4-0. Ну, вот это, конечно, пас голевой Аршавина. Да, здесь под перекладину Широков. 5-0.